8 марта совсем близко, поэтому все мужчины курорта «Газпром» собрались здесь, на стадионе, чтобы поздравить наших любимых женщин с наступающим праздником. Всех, и гостей, и сотрудников, и всех близких, и друзей, и знакомых мы поздравляем с этим прекрасным праздником. И пусть под нами 2 метра снега, но на сердце у нас тепло и весело. Мы готовим флешмоб. Поздравляем наших прекрасных девушек и гостей курорта, и наших сотрудниц, и коллег, и всех наших мам и дорогих людей нам. Все мужики здесь собрались, и мы уже специально даже сделали паузу в работе для того, чтобы девчонок порадовать. Ждем праздничка! За 3 прыгают. Прошу отнестись с пониманием, все подпрыгнут. Как угодно. За время флешмоба было согласовано 5 договоров, 3 технических регламента и было решено еще 15 целых больных насущных вопросов. Так что мы не просто развлекались, готовясь к 8 марта, мы еще и работали. Команда!